Сегодня в Москве начинает свою работу Федеральный арктический форум «Дни Арктики в Москве». В первый день в пресс-центре Международного информационного агентства «Россия сегодня» состоится деловая сессия «Арктика. От прогнозов до освоения». Главным событием на открытии сессии станет выступление министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского. Он расскажет о стратегии развития, в частности его инфраструктуры и сохранении уникального природного комплекса.